Я этот. Ах ты! Это нечестно! Это, блин! Не было. Ты грязно играешь, просто очень грязно. Всем привет, мои друзья, подписчики! И сегодня у нас в гостях ДВС. Вы просили, вы его получили. Стасян, здорово. Всем привет, парни. Всем привет, с вами, как всегда, ДВС. Да, этот голос, этот легендарный голос. Сегодня мы сразимся с ним за приз в 1000 рублей. Я не знаю, сколько это будет. Ни хрена себе, вот это подъем! Да, вот это подъем. Короче, мы сыграем во взводе, и задача Стасяна будет нанести больше урона, чем я. За каждую победу он получает 300 рублей. Если он набивает меньше, то, что он заработал, сгорает. Вот так вот. Ну, вы знаете правила, ты его тоже знаешь. Ты выбираешь любой танк, я подстраиваюсь. Уже готов. Да, такого же уровня, ну, в смысле, и такого же класса. Вот ты взял ФВ, например, да, а я знаешь, что возьму? А я возьму тоже ФВ, только другую ФВ. Ну, отлично. Вот это вот. Это ж сколько я сегодня масок для коронавируса накуплю? Сколько? Ну, на все 1000 рублей. Да, целую одну маску. Все, не будем тянуть кота за яйца. Ребята уже прям все хотят тебя. Поехали. А, ты с компьютера же играешь? Да. Ну, значит, у тебя будет преимущество. Готовьтесь к прожарке, сэр Михаил. Yes, I'm ready. Короче. Так, сейчас я тебя спалю в рандоме. Давай. Будем так. читерские стримерские методы применять. Главное, не мешать друг другу. То есть, чем... Понял. Желательно... Чем ну, я ж не мерк, я ж не буду тебя закрывать урон. Не, не в этом дело. Я имею в виду, не подставлять там никого. Ну, ты понял. Понял. Честная и красивая игра. Ты чё стоишь? Я этот. Ах ты! Это нечестно! Это, блин! Не было. Ты грязно играешь, просто очень грязно. Ты считай, меня похоронил сейчас. А чё наш Шеридан отдыхает? Они не сообразят. А, нет, поехали. Да, конечно, они не сообразят. Все, ты уже. Это как красная тряпка. Не-не-не, смотри, все молчат. Молча, потому что они стужились. Два стримера просто... Не, есть ребята, которые... Ни хрена себе! Да это... Мне не знаю, что это, какой-то... Миша, ты это брось эту всю гадость. Надо перекреститься, это как так-то? Вообще с бабахи, считай, с вертухана, в такой пиксель зарядил. Жесть просто. Wargaming, я тебя люблю. Чистая подкрутка, согласен? Пипец просто. Ну, сейчас ты даже больше отстреляешь. А что это было сейчас? Это был фугас. Который не прошел? Да, но первый зато прошел. Что удивительно. Ой, там бабаха. Я выстрелил! Я случайно выстрелил! О, нет! Просто минус все! Вообще, сейчас мне дадут боль еще. Руки фаерки. Слушай, этот прям, ну вообще, как бы он на меня сагрился, слышишь? Пожалуйста, кто? Да, вот начни с ним работу. Я уже. Не трогай его, Миш, не трогай. Не буду. Он мой. Не буду, договорились, все. Так, есть. Что-то противники заканчиваются. Блин. We hit them all! Давай, добивай. Не вышло. Черт возьми, какой быстрый бой. Да не говори. Так, может, эти 183 хп повлияют как-то? Не знаю. Сейчас посмотрим, что там. Вот интересно. Давайте, барабанной дробь и... Я пока сохранил. Все, ты потерял 300 рублей. Блин, минус маска. Минус маска. Да, слушай, ну, честно, я думал, я всру, потому что бабаха это, ну ты сам понимаешь. Так я так думал, слышишь, думаю, сейчас, блин. Ох ты какой хитрый. Сольют еще что-то. Ну тебе повезло с леопардом. Да, мне очень повезло. Давай так, если мне повезло с леопардом, я леопарда и возьму. Играть на нем я вообще не умею, просто. Да я недавно играл, вчера на стриме, это пипец. Бачат и леопард это вообще не мои танки, ни разу. Вот, и я его сейчас взял.
Получается. Ну, посмотрим. Игра в поддавки, я должен выиграть, я должен. Я не играю в поддавки, ты чё? Я, если бы я играл в поддавки, я ненавижу проигрывать. Я уже взял. Что делает, а? Ну, как раз это должно сработать. Да, Есто, кстати, влюбился там, походу, в меня. О-о-о-о-о, пошла. Не пробил! Что за хрень? Я представляю себя, Миш, обычным, рандомным игроком, который радуется, что играется с примером во взводе. Да я не пробил два раза, бабаху, она мне на 900 треснула. Нормально тебя подогрели. Нет. Надо бабаху попросить еще раз. Я третий раз ее не пробил! Это кара какая-то, я тебе серьезно говорю. Леопард перестал попадать вообще. Нет, он попадает, но я ее куда-то три раза не пробил, это что? Ёбаный рот этого казино. Как это вообще работает, картоша? Ну это капец. Вот это точно уже все. Это да я. Подожди, понимаю. Я не могу не сосредоточиться по кому-то пострелять. We am. Тут я вообще уже все, шо? Нет! Да, твоя тактика сработала, они прям все это... Агрится? Да. О, сейчас я за Мишу по бабахе стреляю. Надеюсь, у тебя будет более удачно, чем у меня. Потому что я вообще никакущий. Ну, как-то так. Я прям стужен, как сфинктер при диарее. О-о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 . Я очень-очень желанная цель. Прям все меня хотят. Ой. Fucking shit! Все, Миш, тактика работает. Сейчас ты чувствую, ворвешься. Да, блин, да. Они до сих пор не научились стрелять по прожектору. Они меня продолжают фокусить. Они до сих пор не научились стрелять ББшками по прожектору. Там же экраны. Там Unreal просто. По-моему, Е4 откадешился и очень хочет тебя забрать. Да? Не, ну это победа в любом случае. Ты очень мало дострелял? Очень мало. Я всего лишь три раза пробил. А? Они стояли на базе, к ним не подкрасться просто. А ты сколько накидал примерно? Ну я раз 5, наверное, выстрелил. О, ну тогда ты выиграл. Я-то 3 всего. Думаю. Все, ладно, больше не буду тебя сливать. Не, почему? Нормально. Я сам виноват. Интересно? Да. Выбирай танк. Так. Ну давай, вот так, поиграем. О, соточка, вот это... Я бы мог, конечно, сейчас считерить и взять Чифтейна, но я этого делать не буду, because это... Я возьму... знаешь, какой танк? Я возьму ВК-7201К. Во. Жесть. Ну, мне он, кстати, нравится. Своей простотой в игре. Ну да, не дать не взять. Просто лбом стоишь, как стена. Вот, не надо ничего юлить. Немножко башни влево-вправо, в зависимости от того, куда ты смотришь, чтобы тебе по щекам не навалили. Куда я? Ага. Ну, со всеми надо направо поехать, поддержать коллектив. И представляешь, если мы два тяжа поедем в город, а все поедут направо. Вот, да, нас будут ненавидеть. Просто. Я сам себя буду ненавидеть. Давайте подтолкну немножко, если догоню. Нет, вернись, Стасян, я тебя все прощу. Я догоню тебя. Нет, не вышло. Охренеть, что, сотка быстрее ВК, что ли? Ну да. Слушай, там уже война, а мы все еще едем. Ну, мы же тяжкие. Ну пиздец, ребята. У кого-то будет сегодня вечеринка с двумя. Вот ему не лень было писать, а? Мы тут все воюем, а он какой-то ерундой страдает. Это что-то пишем, да? Опа. Здравствуйте, сэр. Ай-яй-яй. А, ну голдишечкой-то, ну да, голдой, извините. Ой, Стасян, ты куда-то прям вообще по... У меня Wargaming против меня, я стрельнул вообще мимо. Так, погодите. Высунь свой клювецкий. Блин, я только хотел, я его стрельнул. Проклятые рудники. У тебя там слева ВК в канаве. Да у меня тут вообще веселуха. У меня и тут ВК, и там. И сотыч. Ой.
Было напряжно немножко, потому что что-то какие-то альфачи. Ой, не откатывайся, я тебя прошу. Прям очень прошу, не откатывайся. Вот, я про это и говорил. Меня просто они все обрадовали. Кого-то пенетрирует вообще по лютому. Я тебе мог помочь, но я знаю прекрасно, что... Я никуда не уеду уже. Да, ты уже точно никуда не уедешь. Ты что-нибудь настрелял? Ну, немножко, да. Самое малое. Собака. Блин, мне, знаешь, не повезло то, что все три тяжа поперли тоже в атаку. Я рассчитывал, что они больше от базы поиграют. Но этот бой, конечно, за тобой. Ой, бля! Ой, как было подло-то сейчас, а? Как было подло! Пробуй с ним, может, заклинчеваться. Да не, у меня фугасами или чем-нибудь там сейчас. Это пострелял. Опа! Ай, ди-ди-дирли-да, ди-ди-да-да-дирли-да. Это попадалово. Бум. Ох, как хорошо пошло. Fuck you, fuck you. Ты сейчас вообще 1004. Чёрт! Я 4000 пробития схватил. Жёстко. Я старался. Вот этот танк, он этим чудесен. Я не понимаю, почему вы, люди, его не любите. Он нереально крут. Так, ну сколько я накидал? Я же говорю, просто вода лит. Блин, но все равно это было реально весело. Три боя. В итоге ты победил в одном, но ты потом проиграл. Да, так что ты остаешься вообще без масок. Но мы повеселили народ, это главное. Ребята, пожалуйста, ссылочка на ДВС стоит в описании. Подписывайтесь на Стасяна. Подъем. Да, переходите, обязательно подписывайтесь, поддерживайте нас своими лайками. Вот. Обязательно пишите в комментариях, кого вы еще хотите увидеть в ролике. Спасибо тебе огромное за прекрасное настроение, за эти чудесные бои. Да, немножко мы слили, но ничего страшного, такое тоже случается. Все, все ставьте лайки и го подписываться. Всем пока. Всем пока. Всем добра.